Просто с этой стороны, с которой мы зашли, зашел только Южно-военный округ. Вот ЮВО, все зашло сюда. Mm. Типа 205-я, 34-я, потом еще 58-я, вся армия зашла сюда. И все. От 58-й армии вообще там ничего не осталось. Там вообще она считалась типа самой тяжелой армией. Самой тяжелой армии в Южно-военном округе. По итогу от нее не осталось практически ничего. Валера, вот этот Бакин есть, он, короче, 58-й армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного, всех, короче, поубивали. Всю роту. Не так много херни. У нас там тоже, типа, есть роты, где осталось там 3 человека, 4 человека. Thank you.